56-летняя Асия Ахат призналась, что стала бабушкой. Ничего не сделаешь, украинская певица и скрипачка Асия Ахат впервые рассказала, что уже стала бабушкой. Как призналась 56-летняя артистка, у ее старшего сына Даниила три года назад родилась дочка Алиса. Этой информацией Асия поделилась в программе «Светская жизнь». По словам Ахат, внучка не называет ее бабушкой. У моего старшего сына есть дочь, ее зовут Алиса, ей три года. Не запрещаю называть себя бабушкой, но как-то так повелось, что девочка называет меня Асия, отметила. Артистка. Скрипачка рассказала, как относится к тому, что в свои 56 находится в статусе бабушки. Асия призналась, что сначала немного переживала, но теперь приняла это, ведь и сама рано сделала свою маму бабушкой. Безусловно, я не буду кривить душой, конечно, я думаю о возрасте, где-то есть какое-то волнение. Но вот в этом году я подуспокоилась с этим. Я поняла, что ничего не сделаешь. Я свою маму сделала бабушкой в 38 лет. В каждом поколении в семье у нас бабушками становится очень рано, поделилась Ахат. Звезда добавила, что всегда мечтала о дочери, поэтому теперь активно балует свою внучку. Певица рассказала, что настолько сильно мечтала о девочке, что даже обращалась к астрологам однако в итоге у нее родился второй сын, Филипп. Мы действительно хотели девочку, когда мы планировали ребенка, мы два года обращались к астрологам. Нам астролог сказал слушай все. Вот сейчас нет каких-то затемнений, каких-то невзгод, начинайте. И мы сходу, раз и все, и вышел. Филиппусе призналась Асия. Напомним ранее, Асия Ахат вспомнила, как зарабатывала на улице,